Такой кадр сейчас пропустила. Привет, зритель. А вот она опять побежала. Она до этого бежала, а это ко мне. Дом-то уже закрыт сейчас. Сене не внесешь, не похвастаешь. Шестая мышка. Ночью маленького мышонка в сенях обнаружила. Нас ненадолго выходило солнышко. Но сейчас такое ощущение, будто дождь пошел. А я собралась шиповник проведать в одном месте. С листиком. Я говорю, Алиска, говорю, ты что, говорю, закуска несешь, да? Не каждую мышку она ест. Какие-то она оставляет, я их потом на веник выкидываю. Вчера днем была четвертая мышка. Мышонка-то она слопала. Она ее кидала, кидала, я ее потом в итоге выкинула. Взяла на веник, на совок, думаю, раз ты ее только играешь с ней, жрать не хочешь. Выкинула ее в траву. Заказала себе велосумку, типа как корзинку, почти за 1500. Должны доставить в день, когда я из деревни приеду. И такие вот стекло у меня вчера треснуло. Я так поняла, что на озоне этот зеберинга или подделка какая-то, зеберина или как там они, или ХЗ, потому что подруге заказывала, у нее проху тогда приклеилась. Ну, как бы приклеилась, несколько пузырей было. А у меня приклеилось так, что в любом случае были пузыри. И оно было короче, чем у нее, на пару миллиметров. Хотя у нее-то было слегка короче крана, а у нас одинаковые телефоны. Ну и у меня этот треснул, оно даже не падало еще, треснуло в двух местах так конкретно. В том месте, где пузырь был. Не просто. Я хотела там просто придавить этот пузырь еще раз, чтобы он чуть поменьше стал, потому что вроде становился. Оно взяло и треснуло. Ну и чехол приходит в негодность. Хотя годы, ну, как бы мне пророчили, что через полгода он сдохнет. Он прожил чуть меньше, чем год. Он пока еще вот живой. Думаю, в Билане потом купить и то, и другое. Точно дождик пошел. Дождик пошел. По листьям слышно. На телефон в одном месте капнула. Блин, а я вот это наметила идти грибы проверить и шиповник. А ведь и солнышко выходило. Надо это корзиночку убрать, корзиночку убрать. Какой дождик так крутой полил. На экран сейчас крупные капли покапали. И кошка прискакала. Прискакала сюда кошка. Ну ладно, иди в дом. Играй там со своей мышью. Не хочет пока в дом идти. Короче, приеду в Билане, куплю стеклышко. Как раз там, где покупала этот телефон. И чехольчик, наверное. На Озоне есть чехольчики. Я покупала даже подружке, у которой такой же телефон. Они дешевые. Ну, что-то я хз, они как-то так вот крепятся. У нее там, может, особо так и не роняется телефон. Нет таких жульев. Типа, у нее есть, конечно, котенок. Мальчик кастрированный, но он, по-моему, не такой юркий, как вот это чучело. Поэтому что-то мне хочется как бы более стабильный чехольчик. Ну, может, не такой же, как тут, но, может, на который можно поставить. Ну, а может, чехольчик там все-таки на Озон закажу за 200 с чем-то, как подружке. А вот стекло надо в любом случае на Билайн покупать. Я включил фонарик, ой, я этой рукой тут. У нас несколько раз уже сегодня за утро отрубали свет. Эти прохиндеи явно из прилуг хулиганящие. Потому что как бы, как и вчера, как и сегодня, не было ни сильного ветра, ни грозы, ничего-то такого, что могло бы где-то провода оборвать, там авария случится.
Ну и мне в итоге пришлось бы пышку схомячить, потому что чайник согрело на плитке, и электричество отрубилось, и кроме горячего чайника ничего нету. Все остальное нагреть или топить печку и ждать, когда она там подогреется, чтобы покушать, разогреть. А есть-то хочется. И у меня там была одна БПшка, которую мне оставили примерно на этот день. Ролтоновская такая. В хорошем таком контейнере. Внезапно даже не острая. С какими-то там кусочками сушеного мяса. Иногда, так скажем, можно. От безысходности. А потом снова свет дали. Вот я не знаю, сейчас он есть или выходил-то был. Дождик, интересно, надолго или нет? Да, у нас сегодня 1 сентября. Оса какая-нибудь может летать наглая. В кадр попадать. Надо же как. Люди пророчили где-то до... Ну, приличное количество времени без дождя. Это даже солнышко выходило. И ночью дождя не было. Я уж думала на велике потом прокатиться в одно место по дороге недалеко. Проверить, созрел шиповник. Я записала тут 2 СМР, но еще не монтировала. Что-то как-то некогда было. Может, он подзакончится все-таки. Хотя под дождем-то, в смысле, после дождя шиповник собирать не очень хорошо. Алиса, только это, в тапочку. Мне не надо мышь свою кидать. По-моему, она уже это ласты склеила, твоя мышь. Хотя не интересная мышь. Она у нее как-то одна мышь была. Я уже думала, она отклеилась. Кошка отвернулась, а она как побежит. Есть будешь ее, если не будешь, то я ее тоже на совок выкину. Ворчит. Никто у тебя твою мышь не отнимает. Никому она нафиг не нужна, кроме тебя самой. Не брала в этот раз камеру. Смотри, как камыши. Привет, зритель. Мне кажется, или омут слегка обмелел. Но он как бы и так уже был не особо такой глубокий, маленький. Но тут как-то воды поменьше стало, мне кажется. Я наконец-то до сюда доехала в поисках череды. В прошлом году ее тут прилично было, и были намеки, что она будет. И вроде как в начале лета я ее наблюдала. Ну, как бы, что это вроде должна быть она. Туда раньше действительно была дорога. То есть те сны, которые мне снятся, и то, что у меня в памяти запечатлилось, это не глюк и не параллельная вселенная. Просто дорога заросла. Ну, так где-то лет 15 назад тут еще была дорога. Сейчас пойду поищу. Вот мой велик.